Программа выходит при поддержке автоцентра «Бумер». Всем привет! Сегодня на Первом городском время хоккея. Здравствуйте! Сегодняшний выпуск нашей программы для вас проведут центральный нападающий хоккейного клуба «Северсталь» Михаил Якубов и постоянная ведущая журналист Светлана Злобина. В ближайшие 15 минут вы узнаете все самое интересное о жизни череповецких хоккеистов. Сегодня вы увидите. Ростислав Стана – один из лучших игроков октября. По-русски уже понимает, сказать еще не может. До первой крови Владислав Найк замечен в драке. А также хроника событий и великолепная пятерка. Михаил, сразу по 5 домашних матчей. Когда-нибудь приходилось играть? Приходилось. В юниорской лиге, в фан-клубах играли по 5, иногда даже по 6 матчей было. Называется вспомнить все. А вот как думаешь, болельщиков такое обилие домашних матчей не утомляет? Я думаю, настоящих болельщиков нет. Плюс, если мы играем хорошо, я думаю, интересно приходить на каждый матч. Если мы играем не очень хорошо, может быть, где-то они уже подумают, стоит ли идти на следующий матч или нет. А давайте сейчас вспомним все, чем была интересна вот эта домашняя серия. Посмотрим нашу постоянную рубрику «В прошедшем времени». Северсталь, Спартак. В игре с равными шансами на успех победу одержали спартаковцы. Их секрет прост. Они использовали свои моменты, в то время как череповчане транжирили один шанс за другим. У Спартака в ударе было словацкое звено. На троих Ружечка, Радивоевич и примкнувший к ним Тарасов набрали 10 баллов за результативность. Последняя возможность спасти игру появилась у Северстали за 4 минуты до конца, когда Владислав Поперечный сократил разрыв в счете до 2 шайб. Но тут же хозяева площадки остались в меньшинстве, и Бранко Радивоевич убил надежду, забросив 5-й гол в ворота череповчан. Единственным, в чем Северсталь не уступила гостям, стал кулачный бой между Владиславом Надем и капитаном москвичей Максимом Рыбиным. Здесь, к радости публики, сильнее оказался наш игрок. Северсталь, Салават Юлаев. Когда игра перевалила за свой экватор, череповчане горели на своей площадке 1-3. Но после этого наша команда сумела найти силы на эмоциональный всплеск и спасти матч. Сначала герой встречи защитник Павел Канарский. У него в этом матче 1 гол и 2 результативные передачи сократил разрыв в счете до минимума. А затем Николая Бардина партнер вывели 1-1 с вратарем Александром Еременко. И наш центр-форвард не сплоховал. 3-3. С таким результатом и завершилось основное время. Но судьбу овертайма решили игроки под номером 22. Сначала 22-й гостей Александр Таратухин свалил за воротами Северстали и заработал за это 3 минуты штрафа. А затем уже наш номер 22 Олег Губин, которого сыграл на добивании после броска Джо Лаквитковский и принес нашей команде волевую победу над действующим чемпионом. Северсталь, Барыс. Вплоть до середины третьего периода череповецкие болельщики не могли узнать свою команду. Вроде бы на льду были те же самые хоккеисты, что обыграли накануне грозный Салават Юлаев, но игра при этом была совсем другой. Встреча проходила полностью по сценарию тренеров Барыса. После 4-й безответной шайбы, побывавшей в воротах Северстали, Александра Вьюхина сменил Ростислав Стана. Эта мера немного встряхнула хозяев площадки. Они наконец-то проснулись и в течение нескольких минут сумели отыграть 2 гола. Тут бы и развить успех, но точный бросок в большинстве Максима Спиридонова окончательно лишил череповчан надежды на спасение. В итоге поражение 2-6. Северсталь, Химик. Матч начался так, что казалось, дело закончится разгромом гостей. Северсталь одно за другой проводила разящие контратаки, каждая из которых заканчивалась голевым моментом. И счет был открыт очень быстро. Уже на 2-й минуте Сергею Суину оставалось только не промахнуться по пустым воротам. Но затем дело резко застопорилось. Моменты возникали по-прежнему, но шайба в ворота упорно не шла. В результате воскресенцы потихоньку убаюкали игру и во второй 20 минутке сумели сквитать счет. Практически весь третий период и овертайм хозяева площадки провели в атаке, но успеха так больше и не добились. Лишь в серии буллитов в своеобразной дуэли Страки и Гордеюка победу праздновал наш нападающий. 3 буллита Страки принесли Северстали 2 очка. Северсталь, Авангард. Вот уже в каком матче к ряду Северсталь уступила своему сопернику в одном единственном компоненте – реализации моментов. В обоюдоострой атакующей игре опасные ситуации возникали примерно поровну у ворот каждого из соперников. Но мастеровитые ястребы свои шансы использовали, а череповчане – нет. Ключевой можно назвать 6-ю минуту второго периода, когда омские хоккеисты дважды добились успеха. Сначала Александр Рязанцев дальним броском реализовал первое же удаление в составе Северстали. Затем Яромир Ягр буквально затолкал шайбу в ворота хозяев площадки. Через несколько минут Николай Бардин один гол отквитал, причем сделал все на редкость красиво, но большего наши, увы, не добились. В третьей 20 минутке хоккеисты «Авангарда» отличились еще дважды, а череповчане так и не использовали ни одного из множества созданных ими моментов.
Михаил, а как ты относишься к такому утверждению, что вратарь – это половина команды? Ну, это утверждение правильное. Я считаю, что от хорошего вратаря зависит результат команды. И иногда команда может играть не очень хорошо, но вратарь, как говорят, стоит на ушах, и команда может выиграть 1 или 2-0, в зависимости, как сыграет вратарь. То есть буквально вытаскивает эту игру? Да, можно и так сказать. Вот ты, как нападающий, можешь сказать, вот вроде все делаешь правильно, а гол забить не удается. Неужели вратарь хитрости какие-то разгадывает? Ну, у каждого вратаря есть свои хитрости, но в какой-то степени тут и от мастерства, и от везения зависит. Иногда шайба может в пустые ворота не залететь, иногда просто где-то там заползти. Поэтому я считаю, что везение тоже большой фактор. Шайба тихонечко закрадывается в воротах. В ворота. А лично для тебя есть какие-то неудобные вратари, с которым, ну, никак не удается, которым никак не удается распечатать ворота? Ну, я так особо не заостряю внимание. Примерно есть несколько команд, может, которыми не забивал. А так, в принципе, все очень хорошие вратари в лиге, и никому сейчас просто так не забьешь. Мы неспроста затеяли весь этот разговор о вратарях, потому что прямо сейчас нам предстоит побывать в гостях у голкипера Череповецкой «Северстали» Ростислава Станы. Да, я, в общем-то, согласен с утверждением, что вратарь является половиной команды. Конечно, вратарь нуждается в том, чтобы команда помогала. Если команда играет хорошо, то и вратарский вклад в этом немалый, потому что за вратарем уже никого нет. Если он ошибется, то команда проиграет. Некоторые нападающие могут допускать ошибки. Защитники не успеть отыграть шайбу, прикрыть свою зону. А если еще и вратарь ошибся, то для команды это очень плохо. Иногда бывает, что вратарь вытаскивает игру. Дома мы о хоккее стараемся не говорить. Я считаю, что дома не надо говорить о работе, если только там не произошло что-то очень важное. Вот мы и стараемся отдыхать. Идем куда-нибудь. Яна, любимая девушка Ростислава, приехала его навестить во время своего отпуска и, разумеется, поддержать. Хоккей – один из ее любимых видов спорта, а работа у Яны опасная. Эта хрупкая девушка – офицер полиции. Но не хоккей и не правонарушения стали причиной их знакомства. Нас познакомили друзья, когда мы гуляли в парке, разговорились, он пригласил меня на чашку кофе, он классный. Когда я жил здесь один, я был сосредоточен только на хоккее. Но как Яна приехала, жизнь для меня снова обрела многогранность. Я понимаю, что жизнь – это не только работа. Теперь можно немного и расслабиться. Ростислав Стана, можно сказать, потомственный вратарь. Его отец профессионально защищал ворота футбольной команды и сына обучил многим премудростям. Отец был очень доволен, что я пошел в спорт. Я стою на коньках с 3 лет. Занимался и футболом, и хоккеем. Почему-то больше предпочитал хоккей. Отец помогал мне, учил кое-каким хитростям. И моя карьера в спорте сложилась успешнее, чем у него. Он профессионально играл, но не попал в национальную сборную, а мне это удалось. Так что, думаю, он мной гордится. Череповецкие болельщики считают Ростислава Стану одним из лучших игроков «Северстали» по итогам октября. Но, как признался Ростислав, на улицах не останавливают и автографов не просят. Сам он готов выкладываться в матчах по полной программе и расти профессионально. Вы как-то сказали, что отстоять матч на ноль – это не самое важное в игре, а что важно? Победа. Потому что не имеет значения, выиграем мы со счетом 6-5 или 1-0. Победа есть победа. Но лично для меня лучше уж выиграть со счетом 1-0, чем со счетом 6-5, пропустив 5 голов. Однако в любом случае важна сама победа. Михаил, ты как предпочитаешь проводить свободное время, ну, если не секрет? Ну, как получится, времени не так много. Ну, хожу, играю в бильярд, боулинг, так, иногда ходим ужинать. На книги время остается? Ну, я люблю книги читать, в основном в поездках или, ну, когда на базе, там, перед сном могу почитать книжку. Это хорошо. Книга – вещь полезная для хоккеиста, особенно если ее написал во всех смыслах заслуженный человек. Сергей Михайлович Михайлов, тренирующий нынче чемпионский Салават Юлаев, а также известный своей работой в Череповце, презентовал на днях свою первую книгу. Об этом. И не только. В нашей рубрике «Тем временем». Thank you.
Едва сойдя с трапа самолета, на котором чемпион страны Салават Юлаев прилетел на матч в Череповец, главный тренер уфимского клуба Сергей Михалев отправился на встречу с болельщиками «Северстали». Для них была организована презентация книги под названием «Тренер золотой мечты». Мечты, кстати, осуществившейся. В нашем городе Михалев набирал ход, выиграв сначала бронзу, а затем серебро. Золотая же мечта сбылась уже в Уфе. И тем не менее, именно череповецкому этапу тренерской карьеры писателя-дебютанта посвящена большая часть книги автобиографии. В нашем городе Михалыч, как уже давно зовут его болельщики, по-прежнему популярен, любим и узнаваем. Как сказал сам Михалев, потеряться в Череповце ему просто невозможно. Я могу закрытыми глазами ходить, потому что я уверен, что если я с кем-то столкнусь, скажу, что Михалев меня доведут куда надо. Между прочим, купить новую книгу можно далеко не везде. Продается она только в Уфе, Тольятти, Челябинске и, конечно же, в Череповце. Тем временем любители жесткого хоккея увидели наконец-то и первую в сезоне по-настоящему зрелищную драку на череповецком льду. В самом конце матча со «Спартаком» игравший когда-то в «Северстали» Максим Рыбин, кстати, капитан своей команды, решил поразмяться в кулачной забаве с играющим сейчас в «Северстали» Владиславом Надем. По габаритам они вполне подходят друг другу, вот и понеслась. Любопытно то, что одной из зрительниц на трибунах Ледового дворца была в этот вечер девушка Владислава, Петра. Она никак не ожидала подобного зрелища. Я была очень удивлена, потому что раньше я не видела Владислава дерущимся. Для меня это стало большим сюрпризом. Я знаю, что он сильный, но думаю, лучше об этом спросить, конечно, у него. В целом же, по мнению подавляющего большинства болельщиков, с которыми полностью согласна и Петра, победу в этом бою одержал наш череповецкий Владислав Надь. В нашей прошлой программе, в нашей подборке топ-5, гол Михаила Якубова занял 4-е место. Очень приятно, но это, в принципе, такой гол был уже не особо важный. Был 7-й гол в Минске, насколько я помню. Но очень приятно, есть к чему стремиться. Правильно, всегда есть к чему стремиться. Есть ли в памяти какие-то голы не по важности, а именно по красоте, которые ты мог бы вспомнить или будешь вспоминать в течение всей своей жизни? Ну, было пару таких моментов, но это уже было давно, и, в принципе, остались они в памяти, но было это давно, поэтому что-то нужно свеженькое. Ну, вот сейчас наша новая подборка самых красивых моментов прошедших матчей. А я там буду? Посмотрим. Открывает нашу сегодняшнюю подборку как раз наш сегодняшний ведущий. В матче против «Спартака» Михаил Якубов напомнил, что такое забивать в бобровской манере. Заложив крутой вираж за воротами соперника, Михаил выехал на выгодную позицию и резко бросил. Именно так в свое время забивал тот, чье имя носит нынче дивизион, где играет «Северсталь». Четвертую строчку отдадим Олегу Губину. Увести победу у самого чемпиона, да еще и за 8 секунд до финальной сирены, дорогого стоит. Губин проделал все настолько молниеносно, что многие даже не успели заметить, а была ли шайба в воротах. В их числе был и судья. Лишь посмотрев замедленный повтор, он определил, есть победная шайба в воротах Салавата. Ни одна из наших суперподборок пока не обходилась без Йозефа Страки. И на этот раз лучший бомбардир «Северстали» в пятерке. В игре с тем же Салаватом Юлаевым череповецкий чех забил в меньшинстве. Да и сделал все красиво, быстро и, главное, очень хитро. А Страки ждали одного из двух. Либо броска в ближний угол на силу, либо передачи намчавшегося рядом Бардина. А наш форвард действовал вопреки ожиданиям. Переложил шайбу на неудобную сторону крюка клюшки, да и отправил ее в дальний угол. Тут и вратарь сборной Еременко не справился. На втором месте гол защитника «Северстали» Павла Канарского. Кстати, его первый гол в составе нашего клуба. Любой нападающий позавидовал бы тому напору, с которым Павел рванул на ворота уфимского клуба. Наша атака вроде бы уже захлебнулась, но Канарский был иного мнения. Два защитника и вратарь не стали серьезным препятствием, просто спасовали под натиском Павла. Если уж забивать дебютный гол, то вот так, как говорится, с мясом. И первая строчка за Николаем Бардиным. Шайба, побывавшая в воротах омского «Авангарда», была хоть и единственной, но зато очень красивой. Одним движением Николай оставил неудел всю оборону соперников и уже в падении четко послал шайбу между щитков голкиперу. Николай Бардин, автор самого красивого гола сегодняшней программы. Ну а сейчас действительно все, мы прощаемся с вами до следующей программы. До встречи, и не забывайте, что в жизни всегда должно быть время для хоккея. Программа выходит при поддержке автоцентра «Бумер». Вам посетители. Скажите.
что я уехал. Хватит катать, пора кататься. Автоцентр «Бумер».